Доброе утро, мои дорогие зрители. Здравствуйте, мои любимые подписчики. Очень приятно читать ваши комментарии, и за них я вас всех благодарю. Знаю, кто их пишет, узнаю вас по вашим фамилиям, по вашим никам. Было мое видео, когда я просила всех написать о себе. Вот я иногда открываю комментарий и не помню, что это за человек. Открываю свою книжку, читаю и вспоминаю, кто же мне это написал. Но бывают, девочки, и ужасные комментарии. Конечно, я когда начинала снимать видео, открывала свой канал, я не рассчитывала на то, что мне будут все прямо писать дифирамбы, какая я красивая, какая я молодая, какая я хорошая. Потому что не бывает идеальных людей, и не бывает у всех одного мнения. Можно писать, конечно, и что-то не нравится, но не всем же может нравиться то, что я снимаю и то, что я показываю. Но это мой канал, и я показываю то, что мне хочется, то, что мне интересно. Ну, даже я не знаю, вот, ну, не нахожу просто слов, потому что сегодня я получила такой комментарий, от которого, ну, просто, вот, понимаете, вот полдня не нахожу себе места. Когда эти комментарии, пусть они не очень мне приятные, но написаны грамотным языком, и чему-то меня учат, что-то я могу оттуда взять для себя. Да, вот я показала лекарства, написала, что вот такие-то я купила, я не могла объясниться, я показывала на пальцах там то, что у меня живот заболел или у меня горло заболело, и мне написали, что надо было сначала проконсультироваться, узнать все, чего лезть, не зная там английский язык или этот самый еще какой-то, и лезть за таблетками. Девочки, прежде чем идти в аптеку и покупать эти лекарства, я смотрела очень много видео тех людей, которые лекарства привезли и которые именно об этих лекарствах рассказывали. Я записала себе в блокнот и написала, что это за лекарства и какие вот симптомы они лечат. Ну да, получилось у меня такое вот, что мне понадобилось лекарство, о котором я не написала. Поэтому я объясняла на пальцах. Объясняла, да, вот что показывала, да, вот здесь мне болит. И потом, когда я купила, конечно, это лекарство, которое мне дал врач, которого, говорю, врач, не врач, а этот продавец в аптеке, я зашла на YouTube, потом зашла в Яндекс и прочла, от чего это лекарство. Да, оно немножко было не то, что мне нужно было. Но, в принципе, это был антибиотик, и он мне помог. Но что-то я от темы я отвлеклась. Так вот, я сегодня получаю такой комментарий. Вот есть несколько моих видео, которые вот уже ушли очень давно, но все-таки к ним люди возвращаются, их смотрят. Так как вот мое видео о том, что я писала, что мне не понравился пляж. Дорогие мои, я же там в видео не говорила, что мне не понравилась Алания. Мне очень понравился этот город. Я обожаю Турцию и все время об этом говорю. И ну, не понравился мне пляж. Ну, зачем же меня так все время меня клеймить? Такая я сякая, вот столько много таких вот неприятных комментариев, что это просто ужас. Простите, если я кого-то обидела своим этим видео. То, что мне не понравился пляж. Да, но не люблю я песчаные пляжи. И я еще раз вам повторяю, не люблю я их. Мне нравятся каменистые, вот так, как в Кемере. Не люблю, когда начинается ветер и несет этот песок, и он наседает на лицо. Ну, не люблю. Ну, что мне делать, ну? Ну, что вы меня так клеймите постоянно за это?
Ладно, я опять отвлеклась от темы. Так вот, сегодня получаю такое послание от Ольги Вивчар, вероятно, с Украины. Ошибка на ошибке. Я вам потом покажу. А сейчас я его-то прочту. Дура тупая, чтоб не объяснять на пальцах, учи английский. А твой сираний язык не обязан никто знать. Так дебилка старая еще и доллар с одним L на фунт вместе поменять не умеет. Тоже вместе. Ну куда ты лезешь в YouTube? Вот такое вот было мне сообщение. Ну, заинтересовалась я этим человеком. Я прочла это. Мне было очень неприятно. Конечно, да, я не молодая, и никому я не говорю, что я молоденькая девочка, я не красуюсь перед вами. Такая, какая я есть, такая я и есть. И дай Бог всем молодым выглядеть в моем возрасте так, как выгляжу я. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам счастья всем, кто пишет мне вот такие вот гадости. Но прежде чем писать, надо знать свой язык, русский, свой русский язык. И писать грамотно. А если не знаешь, как написать слово, обратись к тому же интернету. В общем, девочки, испорчено было настроение на все утро. Не знаю, вот стараюсь не обращать на это внимания. Вот на такие вот... Явно молодая девчонка какая-то писала. Может, молодая женщина. Потому что безграмотно. И с оскорблениями. Очень неприятно. Я в будущем не буду вообще читать, не буду отвечать на эти комментарии. Я просто их буду удалять и блокировать. Поэтому, чтобы не портить себе настроение. Ну вот, немножко с вами поговорила, прямо даже как-то и легче было, стало. Потому что, не знаю, что-то вот бывает, вот выбивает из колеи вот такие вот очень неприятные, неприятные комментарии. Я говорю, что я воспринимаю комментарии очень адекватно, потому что нету людей всех, чтобы одинаковым всем нравиться. Это просто невозможно. Кому-то нравится, что я делаю, кому-то не нравится. Но не смотрите, не заходите вы на мой канал. Не смотрите его. Я делаю свою работу для того, кому хочется посмотреть, кому хочется со мной пообщаться, кому интересно это. Зачем надо? Или просто у вас нет настроения? Если у вас нет настроения, займитесь чем-нибудь. Я в своем возрасте вот нашла для себя увлечение, нашла какое-то дело. Хотя у меня дел и так полно. И кто меня смотрит, давно знает, что я и внучке помогаю, и с правнуком сижу. Да, я не молоденькая, у меня есть правнук. Но я и считаю себя еще не совсем древней старушкой. И в силах чем-то заниматься интересным. Хочется еще мне и книги читать, и косметикой пользоваться, и еще что-то делать, и куда-то пойти. Поэтому я живу так, как я живу. Ну а сейчас я вам покажу это послание. Вот, девочки. Послание. Ни фотографии и сплошные ошибки.
А вот ее канал. Но у нее своих видео нет. Она просто копирует чужие видео. Так, сейчас мы попробуем сюда зайти. Как видите, копирует чужие видео и выставляет на своем канале. Я считаю, что это вообще воровство. Вот, пожалуйста. Вот такая вот есть дама на нашем Ютубе. Вот и все, мои дорогие. Вот чем я хотела с вами сегодня поделиться. Вот такое воскресное утро у меня печальное. Такое же, как погода. Дождливое и хмурое. Развивать. Спасибо, что вы меня выслушали. Пишите свои комментарии. Я всегда их читаю. С вами была Галина.